Из года в год лучшие представители региона становятся лауреатами почетного звания «Человек года Витебщины». Их труд, инновационные идеи, передовой опыт являются примером и стимулом для трудовых коллективов и организаций. Каждый из них предан своему делу и вносит весомый вклад в развитие родной области. Вручение заслуженных наград и праздничный концерт. Смотрите прямую трансляцию в пятницу, 17 февраля, на «Беларусь-4 Витебск» и онлайн на vtv.by.